Министерство обороны Азербайджана представило в субботу, 8 мая, очередные кадры вражеских целей, уничтоженных военно-воздушными силами страны во время 44-дневной Отечественной войны. Эти кадры заставляют нас вновь и вновь гордиться славными сынами Азербайджана, бесстрашной героической азербайджанской армией и Родиной. Светлая память шахидам и низкий поклон их отцам и матерям, дорогим ветеранам и участникам Отечественной войны. Спасибо вам за победу! Qələbəmizi dəmir yumruq hesabına qazandı. Eşq olsun Azərbaycan əskərinə, Azərbaycan zabitinə. Qarabağ Azərbaycandır.